Ребят, хочу сказать вам спасибо за активность на моем последнем видеоролике, за вопросы, которые вы пишете мне в ЛС и комментарии. И сегодня я вам отвечу на многие из них. Показать стресс-тест на 30 минут в Full HD. Не вопрос. Поехали. Тест шел полчаса. Изначально нагрев был 52 градуса. И нагрелась карточка у нас до 75-76 градусов. И в этой температуре она держалась до конца теста. Тестировал я ее в закрытом корпусе. При комнатной температуре 35 градусов. Что идет в комплекте к видеокарте? К видеокарте идет в комплекте сама коробка и пара упаковочных пакетов. Больше ничего. Где покупал видеокарту? Покупал я ее в магазине 57 компьютеры в городе Харьков. Ссылочку на магазин я оставлю в описании. Какой системный блок нужен для этой карты? Если ты планируешь жестко на ней играть, я тебе советую собирать систему на процессоре минимум i7 второго поколения. Он сейчас не очень дорогой, и я сам рассматриваю этот вариант по апгрейду своей системы. Следующий вопрос про мою систему. Какая у меня система, на какой ты, собственно, все тестилось? Тестилось все на системе Intel i5 3330, 8 гигабайт оперативки DDR3, видеокарта Asus GTX Strix 970, блок питания на 550 Вт чифтековский, жесткий диск у меня 512 гигабайт. Поэтому, кстати, ребят, не так уж много тестов было в играх, потому что мне их банально некуда записывать. Какой блок питания лучше взять для этой видеокарты? Производитель рекомендует 500 Вт, но я беру с небольшим запасом, поэтому для уверенности бери 550-600, будет самое оно. Стоит ли покупать рефабришед видеокарты? Это уже твое решение, стоит не стоит, потому что на рефабришед видеокарты магазин дает гарантии 1 месяц. В течение месяца ты можешь по гарантии ее всегда вернуть. Починить хотя бы тебе ее могут, если что-то, не дай бог, с ней случится. В течение 2 недель они возвращают деньги, если на видеокарте нету пыли. В течение 2 недель ты можешь тестить ее во всех нормальных тестах, без всякого такого пожара и сумасшедшего разгона. Она за это время себя должна уже проявить. За такую цену, в принципе, можно попробовать. Тест в игре GTA 5. Дружище, обязательно протестирую. У меня эта игра даже куплена в Steam, но винчестер мой не позволяет ее сейчас записать. Какой фирмы память на моей видеокарте? На моей видеокарте память фирмы Elpida, но также я видел, встречаются экземпляры с видеопамятью Samsung или Hynix, но чаще всего Samsung встречается. Как ты считаешь, стоит разгонять эту видеокарту? Я думаю, не стоит, поскольку эта видеокарта уже идет разогнанная на заводе, это OC Edition. Если ты умеешь это делать и у тебя в этом есть опыт, то попробуй. Как ты считаешь, 1060 или 970? Хороший вопрос. На самом деле видеокарты подобные. Просто 970 это предтоп позапрошлого поколения. Больше CUDA ядер. На ней лучше что-то рендерить. 1060 это средняя видеокарта. Выбирать тебе, если хорошая цена будет за 1060, мне кажется, ее. Но, в принципе, это дело вкуса каждого, поэтому смотри уже сам. Доволен ли я своей покупкой? Честно говоря, я доволен своей покупкой. Месяц я играл на этой видеокарте в такие игры, как Counter-Strike и PUBG. Видеокарта себя показала довольно-таки хорошо. Будут ли тесты еще в каких-то играх? Ребят, конечно, будут. Пишите в комментарии, какие бы вы игры хотели увидеть, чтобы я протестировал. Я постараюсь к этому времени найти новый жесткий диск, и мы протестируем во всех новых играх мою систему и эту видеокарту в частности. Ребят, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Я желаю, чтобы вам попадались только качественные refurbished видеокарты. Вы были довольны своими покупками, и они у вас проработали не один год. До встречи!